Вот такой наполнитель для туалета мы приобрели в Шиншилке несколько дней тому назад. Используем мы его для джунгарских хомячков. Значит, вот он так выглядит. Вот так он выглядит у нас в клетке. Он такого коричневатого цвета, длинные такие гранулы. По мере использования эти гранулы они растаптывают, это превращается в маленький такой мелкую стружку. Вот так он выглядит. Вот так выглядит этот мешок 10 килограмм. Значит, мы покупали. Вот так вот он выглядит натуральным таким вот образом. Значит, он не имеет, эти гранулы не имеют плесени. Значит, они очень чистые такие. Значит, вот так выглядит наполнитель. Значит, не имеет аромата, что нравится животным. Вот так вот он выглядит. Вот он, вот она упаковка. Значит, не имеет плесени, не имеет запаха, натуральный аромат. Значит, не имеет резких запахов. Возможно, здесь нет сосновых наполнителей, потому что запаха такого резкого он не имеет, что очень хорошо для животных. Большая такая емкость. Наши хомячки рады такому наполнителю. Вот он на фоне светлого мы добавили новую свою покупочку. Значит, он не ароматизирован ничем, не пахнет сосной, нет резкого запаха сосны. Вот, значит, по мере использования он превращается в мелкий такой, очень мелкую пыльцу. Значит, что очень так хорошо. Значит, и раз в неделю, раз в 10 дней мы меняем эти гранулы. Значит, очень приятный, очень хороший такой наполнитель. Вот, это санипет, как вы уже видели. Значит, будем покупать его, потому что очень понравилось, что это самое, нет резких запахов у него. Всего доброго, хороших вам покупок!